Добрый день, друзья, с вами Дов. Сегодня мы решим проблему с Galaxy S2. Очень частая проблема этого телефона с включением телефона. Снимаем крышку, батарейку. Сейчас мы произведем быстрый тест. 8 из 10 моделей данного телефона, данного бренда, не включается по причине того, что... Сейчас покажу поближе. Пожалуйста, происходит у нас замыкание. Откручиваем болты. Снимаем заднюю панель снизу таким вот образом. Здесь находится у нас совершенно ненужный конденсатор, сейчас я вам покажу, который постоянно почему-то производит короткое замыкание. Мы его таким образом удаляем вообще с платы. Вот я покажу поближе, если не было видно. Вот этот здесь он находился, я его удалил. И, в принципе, все. Собираем телефон, проверяем. Закрываем крышку, ставим на место кнопки. Кнопка звука. Соединяем вновь к амплиферу. Включаем телефон. Пожалуйста. Телефон включился. Все, собираем телефон. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачного дня.